раненых доставлен на пункт медицинской помощи. Нужно немедленное переливание крови. Необходимой для раненого группы крови на пункте нет. Галя Недишко предложила свою кровь. Кровь девушки из Полтавы спасла жизнь пулеметчика. «Всю свою кровь, — сказала Галя, — я готова отдать для освобождения родной Украины». Thank you.
Севастополь. Наш Севастополь. Город нашей славы. За Севастополь, за Крым, за полное освобождение нашей земли.
граждан, народные жители, советские люди, выходившие в угоду интервью. На каждом шагу подстерегаем вас. Для вас, летать, ущелье, перенесли в городах солнечного клима, они несли ущелье и смерть в аду.